Празднование юбилея со дня открытия областной больницы в Уральске продолжается. 16 сентября состоялась конференция с участием профессора, доктора медицинских наук Александра Нерсесова. 155 лет – это знаменательная дата, и участники конференции очень рады, что мероприятие проходит в научно просвещенных направлениях. Это очень важно для медицинских работников. Напомним, что 15 сентября в рамках юбилея в третьем корпусе больницы состоялось открытие гастрогепатоцентра. В рамках юбилея идет вот такая хорошая мероприятие, где, не выезжая куда-то, все специальности, вот у нас, если мы по гастроэнтерологии говорим, то у нас идет по хирургической службе, по эндокринологической службе, по нефрореуматологической службе, везде идет учебные доклады, учебные мастер-классы, которые на сегодняшний день есть. Мы рады. По словам заведующего кафедры гастроэнтерологии Казахстанского национального медицинского университета имени Асфендиярова, на конференции рассматривались вопросы оказания помощи пациентам с заболеваниями печени, в частности, с вирусными гепатитами и с воспалительными заболеваниями кишечника. Также были подняты такие вопросы, как клиническое ведение пациентов и организационные аспекты помощи. Наши пациенты получают бесплатную противовирусную терапию, те, которые имеют хронические гепатиты. У нас проводится трансплантация печени. Пациенты с воспалительными заболеваниями кишечника получают дорогостоящее лечение и все необходимое обследование. Хочу сказать, что в Уральске показатели гастроэнтерологической службы, в том числе по этим пациентам, они одни из лучших в стране. В данное время в Казахстане зарегистрировано около 30 тысяч пациентов с хроническим гепатитом С, около 20 тысяч с гепатитом Б и 2 тысячи случаев гепатита Д. По словам профессора, касательно гепатита С, эффективность терапии составляет более 99%. Практически все избавились от недуга.